Всем привет, друзья! Вы на канале «Пчелы начинающим». С вами я, Анатолий Борисович. Сегодня у нас 12 июня. И вот я смотрю улей сейчас, вот этот старый древний улей, 18-рамочный. Все практически уже семьи основные, которые там планировалось, отроились. А вот этот вот стоит, работает, пчелы полно тут, матка старая, сеет, продолжает. Ну, в прошлый раз, когда там дней 5 назад я смотрел, тут, конечно, были немножко заложены маточники. И сейчас вот хочу посмотреть. Если будет какая-то рамка с маточником, хочу забрать. Хорошая семья, вот по примеру прошлого года она. Ну, я, конечно, не считал, но принесла очень хорошо меду. То есть матка сеет, пчелы хорошо работают, заливают медом все. Все как бы сбалансировано. И вот хотел я отсюда взять для развода одну рамку, если будут с маточником, возьму. Там я хотел заменить старую матку вообще в неразвивающихся. Ну вот вторая, вот медом залита уже, так сказать, неплохо, наполовину или больше даже. Вот видите, уже даже сверху начали печатать немножко. Крайняя рамка темная, тяжелая уже. Но еще тут место есть для меда. Сейчас уже взятка такого нет. Какие-то цветочки, видно, что уже пчелы не работают. Хорошо на взяток. Так, ну это все такое. Хочется мне отсюда взять матку, вот путем изъятия какой-то рамки с маточником. Надеюсь, что будет, потому что дней 5 смотрел, там вроде как закладка была таких маточников. Не знаю, оно ж все меняется. Могли убрать. Ну, сейчас посмотрим. Ну, вот тут сверху мед. Внизу, в середине, засев расплод. Ну, вот маточники какие-то. Вроде как есть. Вот два маточника за. Вот такие вот. Начальная стадия, непонятно. То ли будут они их дальше делать, то ли не будут. Не ясно. Не видно, чтобы они их активно спонсировали, так сказать. Так, ну вот тут все. Пошел сплошной расплод. Печатный, открытый, печатный, открытый. Да, пчелы много. Боюсь, как бы тоже не пошла в ройку. Очень много печатного. Ну. Тут два маточника там каких-то, ну вот уже.
Так. Ага, вот. Свежая овощина и не засеяна. Вот старые матки почему-то в этом году не сеют свежую овощину, ну вот встроенную. Вот тут только эти путневые ячейки сделали, их засеяло. Непонятно. Не хотят в белой овощине сеять. Так. Вот, сеет только в темной. Вот, перги много несут. Вот тоже очередная овощина. Свежая. Ничего не ясно. Вот, забрызгивают медом. А матка не заходит, не засеивает. Что за дела? Молодые матки сразу идут, сеют в белой. Старые не хотят. Так, все, что-то я не вижу маточников нельзя вообще. Так что не получится у меня взять отсюда на расплод, на разведение дальше. Ну что тут? По рамке расплода, по рамке пирога. Все. Дошел до конца практически. Сейчас жарко, 34 градуса жары. Рамки сами отлипают. Ну, тут посеяно. И пирога, и посеяно. Вот старые выходят. Так. Все, вообще никаких признаков. 5 дней назад вроде было больше этих маточников заложенных. Сейчас только 2 штуки увидел эти. Что за дела? Ёлки-палки. Да. Внизу этот трутневый расплод обрезать бы, но старая матка, она опять засеет, туда толку нет. Так, все. Ничего не получилось, друзья. Ну, вот последняя крайняя рамка. Ничего себе. Вон и тут засеяно. Ну, ё-моё. Никаких признаков на маточнике нету. Все. Ничего не понял. Акация цвела. Ничего вроде бы такого нету. Ну, пошли какие-то там трава, чебрец, маслины сейчас расцвели. Все. Хотел взять одну рамочку, думал, за 5 дней тут они вытянули какие-то маточники. Все, ничего нельзя взять. Хотел на развод. Не получается. Ну, вот видите. Сейчас всего лишь только 2. Возможно, даже эта тихая смена будет. Вполне возможно, она делала тихую смену. Ну, а что-то интересного хотелось. Отобрать рамки, поменять там у старых нехороших маток на маточнике. Но не вышло, друзья. Поэтому на этом все. Всего доброго, до свидания, пока, до новых встреч.